У нас епархия как бы ну, несет такое, ну, можно сказать, что шество над этим детским домом. Почему? Потому что вот то, что касается праздников Нового года, Рождества Христова, мы всегда сюда приезжаем. Это наша обязанность. Это ни в коем разе не заслуга какая-то. Вот. Это ни в коем разе не то, что какой-то, понимаете, какие-то там цели преследуются, какие-то там меркантильные. Нет, ни в коем разе вот, расценивать так это нельзя. Почему? Потому что мы видим, что сейчас происходит вокруг нас. Мы видим то, что очень многие люди, а тем более, когда речь заходит о детях, вот, они лишены порой самого необходимого. В детском доме находится очень много деток, вот, которые не были крещены. Вот, и мы решили в сегодняшний день, конечно, это досадное упущение вот, исправить. Крещение – это есть дверь, через которую человек входит в Церковь Христову. Как тот человек, который принимает таинство крещения, он получает благодать Божию, он получает заступничество Пресвятой Богородицы, заступничество Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Вечер и ночь, утро и день, год за годом греет огонь, трепетом надежды томит души первых. Новое вино, новую кровь, время повернет в посолон, белая рубаха да крест, бремя верных. Заново солнце родится, пламя внимательных глаз. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. На рабе Твоем сей Ларисе, на рабе Твоем всем Евгении, на рабе Твоем сей Светлане, на рабе Твоем всем Кирилле. И да знаменуется крест единородного Сына Твоего сердца и помышления. Решение Твоей силы отступить, но запечатанный Твоим, яко прославится имя Отца и Сына и Святого Духа. Все детки, которые живут у нас, сотрудников называют мамами. Мы становимся им вторыми, а иногда даже и первыми мамами, потому что сопровождаем наших выпускников по жизни сколько можем. Отрекался ли Иси сатаны? Отрекался. Отрекался ли Иси сатаны? Отрекался. Сочетоваешь ли себя Христу? Сочетоваюсь. И веруешь ли ему, и повторяйте за мной, верую ему, яко царю и Богу. Верую ему, яко царю и Богу. Отцу и Сыну и Святому Духу. Отцу и Сыну и Святому Духу. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущное Отцу, им же себя быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, вочеловечеся, распятого жезаны при Понтийском Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящий десну Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, ему же царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, же от Отца, исходящий же с Отцем и Сына, споклоняемо, и славимо глаголоша пророки, во единую святую соборную апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, чая воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Сочетался ли Иси Христу? Сочетался. Сочетался ли Иси Христу? Сочетался. Сочетался ли Иси Христу? Сочетался. И поклонись Ему, кланяемся, повторяем. Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу.
Троицы единосущны и нераздельны. Троицы единосущны и нераздельны. Помазуется раб Божий Владислав, елеем радование, во имя Отца и Сына и Святого Духа, восцеление души и тела, слышань и веры. Руцы Твои сотворись Тимя и создасть Тимя, еже ходите Ему по стопам заповедей Твоих. Чистой страницы, покрещение тебя, покрещение меня, покрещение нас. Мы наших детей покрестили в 1989 году. И с того момента, вот уже 16 лет, ежегодно, на все праздники, наши дети получают помощь и благословение наших священников. Те детки, вот, которые таинство крещения принимают, вот они, может быть, пусть сейчас как-то... Все равно в любом случае это сказывается на их жизни. Вот. Заново солнце родится. Если их предали родители, то не все взрослые такие, а руку помощи и Бог протянет нашим детям и взрослые. Покрещение тебя, покрещение меня, покрещение. Дети становятся более спокойные после крещения, более добрее, потому что многие дети, которые пришли сюда в детский дом, к сожалению, они уже преданы своими родителями. Родители их просто бросили или на улице, или в подвалах, или в роддомах и больницах. И вот получив такое предательство взрослых, затем, получив благословение Божье, дети становятся и добрее, и ласковее. Основная часть коллектива – это люди, которые верят в Бога, не знаю, как это правильно сказать, но ходят в храм, и мы понимаем, что уже взяв такую ответственность перед Богом за детей, и самим нужно немножечко чище становиться в этой жизни, стараться меньше грешить. Мы стараемся по мере наших сил и возможностей вот им помогать, вот и, конечно, делать так, чтобы беседовать с этими детками и, скажем так, основы православной веры по мере наших сил и возможностей им прививать.